Можно ли ощелачивать воду перекисью водорода? Пропорции. Что ресурснее? Вода с лимоном или перекисью водорода? Бихмасса антимижикур мошрукода хинсамаса тихтада. И та, и другая система, она ресурсная на сегодня. Бихмасса мошрукода. Вообще, если говорить после талой воды, что более актуальное и более приемлемое в исходе, бихмасса шакана, это щелочная структура воды. Это pH. Бихмасса мошрукода харбата 8,5, 8,6, 9,4, 9,6. Бихмасса мошрукода хмитамасхана. pH воды, они будут разные. Вы найдете себе структурную воду, они на прилавках магазинах появятся в скором времени, уже появляются. Ледокмитомассантимишгармашербада. Защелачивание – это необходимый продукт, это матричные уже программы бихмассантимишгармашербада. Поэтому здесь однозначно формы щелочной воды, они в приоритете, то, что доступно будет каждому. Бихмассантимишгармашербада. Пока справляйтесь с тем, что есть. Помните о том, что максимальная вода – это ресурсная вода талая. Бихмассантимишгармашербада – это максимально энергетическая емкая для вас на сегодня и вообще. Лимашерманда. Щелочная – это базовая система, которая бихмашербота вас поддерживает на продуктах нового образца бихмасантимашипата, на новой клеточной работе бихмасантимишикамашакан, который дает возможность функционально по формуле крови, по новой формуле крови, то, что у вас произошла замена бихмасакана, быть емкими, качественными. Когда вы привыкнете к этой воде, вы поймете разницу, в чем форма бихмашимашипата. Естественно, будет потребность в этой щелочной, потому что это матричная программа для того, чтобы поддержать этот уровень клетки, соответственно, быть энергофизически и биологически емкими. Yeah.